Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня будет одно из самых необычных видео, редких видео на нашем канале, видео про ароматы. Моя коллекция достаточно большая, и чуть позже я расскажу вам условия одного розыгрыша, который я хочу устроить. Давно мы не проводили какого-то драйвового мероприятия на нашем канале, решили именно сейчас сделать такой необычный розыгрыш, но чуть позже о нем. Итак, моя коллекция очень большая, каждый месяц я стала делать таким образом: выбираю из огромной коллекции ароматы, которыми я буду пользоваться в течение месяца, то есть я их достаю, ставлю на свой столик косметический и пользуюсь только ими. Я выбираю разные ароматы на день, на вечер, для настроения, для поднятия силы духа. И сейчас я вам покажу, какой необычный выбор у меня состоялся вот как раз на этот месяц. На первом месте аромат Giordani Gold Essence. Это мой любимый аромат. Пока что в Oriflame ни один аромат не побил мою любовь, не положил его на лопатки. И уже с момента выпуска этого аромата, мне кажется, 3 года, наверное, я его люблю, я ему верна и пользуюсь им по самым праздничным случаям, просто для настроения. Этот аромат дает мне очень много уверенности, женственности, то есть с этим ароматом я становлюсь, мне кажется, ну такая прям вот такая элегантная, красивая женщина. С этим ароматом я не могу себе позволить джинсы, что-то такое, да, спортивную одежду, он обязывает выглядеть соответственно, прическа, макияж, чтобы маникюр был, то есть он требует быть идеальной. И естественно, я не помню полностью состава всех ароматов, поэтому я выписала себе на листочке состав: лимон, мандарин, бергамот, зеленый миндаль, жасмин, флер д'оранж, амбра, древесная нота и мускус. И я здесь больше всего слышу такие цитрусовые ноты. Меня этот аромат настолько вдохновляет, что я хочу его вот вдыхать, вдыхать и вдыхать. Меня часто спрашивают, а есть ли ароматы, которые мне не нравятся? Есть, конечно. Я, например, вот в серии Giordani Gold есть Original и Giordani White, я их просто не признаю. И Miss Giordani желтый тоже абсолютно не мои ароматы, я их не воспринимаю, мне они не нравятся. И в серии Valare есть аромат, самый первый, который у нас был классический, он так вот, ну так, я его маме покупаю, ей очень нравится, я к нему как-то вот абсолютно спокойно отношусь. Второй аромат, который, ну так мы его поставим, получается, они из одной серии, Giordani Gold Essence Sensuale. Этот аромат намного нежнее, он у меня был, даже начинала пользоваться, у меня его выпросила подруга, и я вот наконец-то себе заказала новый. Я по нему соскучилась, и мне почему-то так захотелось вот этого такого нежного. И когда у нас начались сильные морозы, я вот просто, у меня руки потянулись, и я его открыла и начала им пользоваться, и с таким удовольствием. Заметили, что у него необычная пипетка, то есть это не просто распылитель, а мы берем пипеточку, капельку кладем на руку, и если аромата недостаточно, мы снова опускаем сюда, крышечку закручиваем, открываем, и пипетка снова полна ароматными капельками. И состав этого аромата, сейчас я его найду, где у меня есть сенсуале цветочный: черная смородина, бергамот, гордения, тоже флер д'оранж, апельсиновый цвет, ваниль, сандал и ценные породы дерева. Вот когда пишут ценные породы дерева, честно говоря, я впадаю в ступор, мы просто бы написали древесные ноты, нет, ценные породы дерева. Вот я в ступоре, но аромат мне очень нравится. И если их сравнивать, то естественно этот намного ярче, звонче, такой вот вдохновляющий, а этот нежный, нежный, прям вот такой вот романтика. Вот для меня этот аромат романтика. Так, следующий, давайте покажу, как у меня в списке записано, чтобы не путаться. Sankey's Garden, у меня он практически закончился, это абсолютно летний аромат, вот реально у меня с ним ассоциация с летом, начало весны, лето,
Я не знаю, почему я так его захотела. Я по нему очень соскучилась. И когда я стала выбирать снова вот несколько ароматов, я обычно беру 5-6, максимум 7 ароматов на месяц выбираю. И у меня рука прям к нему потянулась, так захотела я его снова вдохнуть, потому что здесь такие экзотические ноты: маракуйя, питая, лимон, малина, ландыш, мускус, пралине и кедр. Такой состав. Я в нем слышу грейпфрут. Представляете? То есть я его вот открываю, и я не слышу вот этих вот пралине, маракуйи. Для меня здесь почему-то вот грейпфрут спелый, сочный. Прямо аж слюньки текут. Меня этот аромат вдохновляет. Он мне дает столько позитива. Вот реально я прям с ним оживаю, и я очень хочу уже весну и лето, потому что это мое любимое время года, хотя в этом году я наслаждаюсь также зимой как никогда. У нас настолько мягкая, пушистая зима, с тех пор вот как выпал снег, такие сугробы, мы очень много гуляли поздним-поздним вечером, и я просто вот наслаждалась вот этой вот пушистостью, морозностью, хрустом. Не знаю, у меня такого никогда еще не было отношения к зиме. Наверное, я ее даже чуть полюбила. И тут выходит такой сильный, мощный аромат Paradise. Его сняли с производства, но у меня, как у самого зажиточного хомяка, есть целый запечатанный флакон. Я его выкупила, как раз успела прямо перед тем, как вот его сняли с производства или в какой-то распродаже, и поставила, потому что этот аромат мне очень нравится. Для меня это аромат силы, бизнес-леди, мощная, со стержнем, такая уверенная, которой нельзя отказать, перед которой открываются все двери. Просто с этим ароматом даже невозможно плечи опустить. Вот если состояние вот такое вот, да, скисаете, нужно ароматом поднять свое состояние, вдохновиться. Paradise. Состав: фрезия, розовый перец, кстати, я очень люблю, когда в составе розовый перец, черный перец, ландыш, жасмин, пион, кедр, мускус, еще какое-то название, кашмиран, не знаю, такой почерк, как у врача, не могу прочитать. Вот этот аромат очень стойкий и красивый. Вот несмотря на то, что он такой вот ух, он красивый, и с ним я получаю очень много комплиментов. Вот с этим и с этим огромное количество комплиментов. Следующий аромат, с которым тоже многие знакомы, Sublime Nature Tonka Bean. Это восточный аромат. Вы знаете, я раньше в принципе восточные ароматы не носила, они мне не нравились, не подходили, но видно, поменялось что-то в организме, и я по-другому стала в принципе относиться к ароматам. Если раньше мне нравились такие легкие морские нотки, зеленый чай, а сейчас я к ним равнодушна. Может быть, я к ним потом вернусь, но восточные ароматы заняли в моем сердце, микрофон аж помяла, достойное место. Состав, давайте посмотрим, а где он у меня, вот: бобы тонко, морские ноты, молекула каскалоны, черная смородина, ваниль и белый мускус. Но я думаю, что здесь еще много-много-много всего интересного, потому что этот аромат, он удивляет. Вот он просто удивляет. Его я вдыхаю и понимаю, что он не похож ни на какой аромат, который я пробовала бы в своей жизни, и он мне нравится. Состояние примерно как вот с ароматом Giordani Gold Essence. Такой аромат заставляет держать уровень, да, то есть он тоже не на каждый день, не в каждую дыру, да, просто это прям аромат такой на выход, чтобы произвести впечатление, удивить и увлечь. Вот он такой влекущий, необыкновенный. Следующий аромат, вы с ним многие знакомы, и я знаю, что многим он не понравился, отзывы разные, кто-то в восторге, кто-то нет. All or Nothing, или Nothing, забыла, так долго учила название, я не понимаю, как можно такие названия придумывать, которые невозможно запомнить. Дизайн сразу покорил,
вот это вот клатч, в виде клатча такая сумочка элегантная. Но самое главное для меня в аромате, конечно, не дизайн, самое главное — это то состояние, которое я получаю, когда этот аромат на мне. И даже если я его не чувствую, состояние все равно присутствует, без него никак. Итак, что это за аромат? Он восточный, аромат сложный. С первого взгляда он мне не зацепил, не то чтобы он мне не понравился, то есть не было такого фу, нет, я его не поняла. Я поняла, что это аромат такой вот сложный, с ним надо подружиться, прочувствовать и уделить ему внимание, чтобы он отозвался. И отозвался он мне именно когда начались холода. Я когда вышла с ним на холод, я услышала вот эту вот ваниль, сейчас скажу, супер абсолют мадагаскарской ванили, вот тогда я его почувствовала. Тут такой состав: цветочный вихрь, магнолии, фрезии смешиваются с искрами сочного итальянского лимона, уже слюнки текут, уступая место сердцу, где переплелись лепестки жасмина, дамасская роза, свежая малина и вот супер абсолют мадагаскарской ванили и теплый шлейф мускуса и кедра. Ну скажите, красиво. Вот так вот он раскрывался, не сразу, но потом он занял место в сердце, и он мне очень нравится. Тоже аромат не на каждый день, абсолютно такой вот не избитый, дорогой. Сразу отмечаете: как дорого пахнет, хорошо. Поэтому рекомендую прислушаться к этому аромату. Как всегда говорю, прислушивайтесь через пробники. А сегодня в мою коллекцию пополнил новый аромат Giordani Gold Essenza Blossom. Это новинка второго, то есть третьего каталога. Да, он только будет. А мне уже этот аромат прислали заранее, как официальному обозревателю компании Oriflame. И я только сегодня с ним начала знакомиться. Я еще, честно говоря, не изучила все ноты, которые входят в состав. Но вкратце, в двух словах скажу, что здесь повторяется тоже флёр д'оранж, жасмин и камелия. То есть во всех ароматах Giordani Gold Essenza флёр д'оранж он есть. И здесь тоже, но он абсолютно другой. И он мне сразу понравился. Абсолютно сразу, с первых ноток. Поэтому я его сейчас буду изучать. Несколько дней с ним будем знакомиться. И потом запишу отдельное специальное видео именно про этот аромат. Вот такая моя коллекция на ближайший месяц. Я уже начала ими пользоваться, этими ароматами, и буду продолжать. А сейчас условия розыгрыша. Я вам предлагаю прямо в комментариях написать, какое количество ароматов сейчас находится здесь, на этом столике. Пишите. Если будет больше одного человека, то мы будем разыгрывать генератором случайных чисел среди тех, кто правильно напишет ответ. А призом будет моя индивидуальная консультация на любую тему по вопросам красоты. Подбор может быть уход за лицом, макияж, ну, любые ваши вопросы, которые вы хотите мне задать лично. Тет-а-тет, мы созвонимся, да, с видеопотоком, пообщаемся 30-40 минут. Это будет ваше время, которое я вам подарю, если вы выиграете. Я вам желаю успехов в розыгрыше. Я вам желаю найти свои любимые ароматы, которые будут вас вдохновлять, окрылять и дарить необыкновенное состояние. И, конечно же, всем желаю счастья. До новых встреч! С вами была Лилия Донского. Пока-пока! И самое главное, розыгрыш состоится 14 февраля в прямом эфире в 19 часов по Москве. Смотрите эфир!